Hey, привет, мой дорогой друг. Время позалипать в ютубчик. Тем более, что подъехала новая часть по Teardown. И, в общем, ребята, такая история. Видео как-то криво записалось, там отстает звук, поэтому мне придется еще раз заново пройти миссии, которые я не прошел. Прошел, точнее, но без записи. Вот эта миссия слишком легкая. Мы ее быстренько сейчас пролетим. Здесь, ребят, помните, где мы затопили остров, разрушили дамбу? Как видите, здесь перекрыли досками все. Электростанция вроде больше не работает и работает, фиг ее знает. Нам нужно уничтожить все неоновые подсветки. Домики стоят, музыка такая играет. Чтоб вы понимали, здесь сделали карусели, которые можно даже запускать. Это прикольно. Так. Если что, здесь, в принципе, вообще можно все запускать. Здесь работает вообще все. Нет, не это. А. Все, и просто уезжаем отсюда. Вот такая миссия легкая. Мы ее с вами по-быстрому прошли. Сразу предлагаю к следующей миссии. Нам нужно украсть нитроглицерин на заводе роботов. Миссия большая, но я ее первый раз проходил. Мне это заняло 28 минут. Сейчас мы с вами постараемся по-быстренькому ее пройти. Может быть, сократим время. В общем, здесь охраняют роботы, что усложняет нашу задачу. Так. В прошлый раз я начал с этого глицерина. Так, а если... Знаете, как мы сейчас сделаем? Я очень долго ее по льду тащил. А если я сейчас уничтожу этого робота. Я не знаю, куда он делся. Но он упал. Но он, по идее, должен будет вернуться сюда. И от него нужно будет еще раз избавиться, потому что он нам будет мешать. Так, все это нужно загрузить в лодку. Все это отпиливаем. Так, и вот здесь нажимаем Quick Save. Аккуратненько и аккуратненько это сбрасываем. Так, это есть. Ага, вон он стоит. Давайте мы сейчас от него все-таки избавимся. Да, получилось в воду его скинуть. Все. Больше он сюда не придет. Что облегчит нам задачу. Так.
Следующий робот у нас не робот, а нитроглицерин находится здесь. Так, и вот этого бы Чавабарика бы заманить. Алло. Давай, иди сюда. Давай, 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 давай. Что-то я это слишком близко, видимо, стрельнул. Так, отлично. Почему я так умираю быстро? Я что-то не понял. Так. Скидываю. Все, отлично. Мы его уничтожили, мы от него избавились. Отлично. А зачем я поднимался? Можно было не подниматься, потому что за следующим мы пойдем также вниз. Так, давай. Стоим. И вон там наверху находится у нас. Скинем все отсюда. Все мешает нам. Так, сохранимся. И аккуратненько скидываем. Если они жестко падают, то они, ребят, взрываются. Так что будьте тоже аккуратны с этим. Давай, давай, проходи. Так, все это мы с этим справились. Следующее тоже здесь неподалеку, сохраняемся. Так, где-то здесь робот. Давай, давай, выходи сюда. Еще один минус робот. Так, теперь вызываем лифт. Так, на третий этаж. Хотя можно на второй даже. Там неудобно будет на третьем.
Это над нами, да, походу, ходит? Шляпа какая-то, прикиньте. Так, все это забираем. Так. Так нам легче будет скинуть. Легче будет здесь скинуть. Сохраняемся. Потому что не всегда они ровно летят. Поэтому аккуратненько. Оп, вместе с ним чуть не улетели. Так, хорошо. Есть у нас еще вот здесь штука. Давайте на четвертый этаж. Здесь робот внизу ходит, и мы аккуратненько. Там робот. Ага, он прям сюда смотрит. Так, сохраняемся. Здесь нам его не скинуть. От робота я не хочу долго избавляться. Мы просто вот так тупо здесь. Все, успели пробежать. Все, мы просто тупо здесь бежим. И сюда вот так заворачиваем. Так, и вот здесь аккуратненько. Так, я раньше вот так спускал, может быть, тут есть. О, нет, 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 блин. Так, здесь никаких вариантов больше нет. Тогда здесь и будем спускать его. Сохраняемся на всякий пожарный, потому что я уже не раз отсюда падало. И сюда вот так вытаскиваем. Конечно же, снова мы сохраняемся. Все. Скинули. Так, теперь у нас получается. Надо было. Так, вот здесь я предлагаю из нитроглицерина. Сделать вот такую ямку. Ямку, точнее. Оп, давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, и теперь все, он у нас отправился. Так, и у нас получается нам на второй этаж надо.
Я что-то не понял. Откуда он там взялся? Или это какой-то другой? Так, это забралось. Я аж немного вздрогнул, потому что я не ожидал, что по мне кто-то начнет стрелять. Это было странно. Что там вообще кто-то есть. Так. Нет, нет, нет. Так, ну придется нам от этого робота, в принципе, тоже избавиться, раз он себя так плохо повел. Отпелась его песенка. Так, а вот здесь теперь большие дыры. Есть ли у меня какие-то варианты? Как мне протащить? Так, я как понимаю, у нас осталось два робота здесь. Один робот вот здесь ходит, но он нам вообще никак не мешает. Так, ну сейчас мы это и узнаем. Ну да, получается, здесь никого больше нет. О, слушайте, так это лифт получается, что ли? А, так это тот грузовой лифт. Блин, так я сейчас на нем тогда и спущу тогда, получается. Даже могу все две спустить. Вот тут еще одна лежит. Забираем. Раз. Здесь небольшая дыра. Давай. Сейчас-то ты точно должен пролезть. Так, здесь аккуратно. Так, и по идее есть еще третья. А если я вот так их чуть-чуть все подвину, сможет у меня третья бочка залезть сюда? Я думаю, что да. В принципе, почему нет? Вот так я ее засуну. Тогда я за последней бочкой сразу. Так, она у нас на третьем этаже вообще. Если считать, что это первый.
нам на третий этаж. Здесь нужно быть аккуратно, не провалиться в дыру. Все, в принципе, можно ехать вниз. Вот это идеально, но так опасно. Сохранимся на всякий пожарный, так у нас никаких приключений не было и мы все это заново не тащили. Так, а я тут типа все вниз это тащу. Ну а если я тихонечко вот это все взорвутся они. Взорвутся или не взорвутся? О-хо-хо! Я нашел способ, как это делать. Аккуратно. А то прям размахались. Конечно же, мы снова делаем квиксейв. И так, вместе с бочкой улетели. Видимо, мы слишком легкие. И бочка нас потащила за собой. Так, еще одна бочка. Забираем. Слушайте, ну когда знаешь, что как делать, вообще очень быстро проходишь. Так, квиксейв. И да, все, ребята, на этом миссия пройдена. Спасибо всем, кто посмотрел. На этом мы будем с вами прощаться. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. Всем огромное спасибо за вашу активность под роликами. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.